Молодые люди Николас и София также создали онлайн-компанию WeberGun и работают дома через интернет. У них есть третий партнер Теодосис, живущий в другом городе. Николас, возглавляющий этот бизнес, говорит, что открытию своего дела в Греции препятствуют и бюрократия, и отсутствие поддержки властей. Надо быть немного сумасшедшим, чтобы открыть компанию в Греции, поскольку существует много проблем. На самом деле это заставляет меня быть энергичнее, добиваться того, что хочу сделать, потому что я хочу доказать, эта программа «Инновация» — это то, чего раньше не было. София с прошлого года была безработной и беспокоилась за свое будущее. Я хотела уехать за границу, как и мои друзья, однако, подумав, решила остаться. Я просто хотела посмотреть, что смогу сделать. Нельзя сидеть и ждать, что кто-то другой все решит за вас. Надо принять жизнь такой, какая она есть, и сделать все возможное.